Вот то, что происходит и у нас в России, вот эти собрания, протестующие, вы знаете, у меня тоже вызывает чувство сожаления. И я думаю, что это не без участия западных спецслужб. Но, вы знаете, я вот хотел бы сейчас, пользуясь возможностью, обратиться и сказать тем, кто устраивает эти оранжевые, розовые революции, другие революции, хотел бы предупредить и сказать, что Россия – это вам не Грузия, это вам не Украина, это вам не Египет или не Ливия, да? В России сейчас существует огромное количество средств массового уничтожения. У нас есть и атомное, и бактериологическое оружие. И должен сказать, что, вы знаете, в отличие от американцев, нашим русским людям, у нас, вы знаете, я скажу, огромное количество людей, которые нуждаются в нормальном образе жизни. И для большинства русских людей жизнь, как говорят в народе, ломаной копейки не стоит. Будут нас допекать в отчаянном состоянии, когда наш народ будут загонять в угол. Нам ничего не останется, как открыть краник чернобыльский, да, типа такого. И в этом случае пострадают все, и американцы, и европейцы зажиточные, а им есть чего терять.